Наши дорогие женщины, мамы, бабушки, любимые, поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта. Желаю вам огромного здоровья и счастья. И пусть над вашей головой будет только мирное небо. Спасибо вам за теплоту ваших рук, за яркость ваших глаз, за искреннюю любовь. Милые, дорогие, самые лучшие, мы, мужчины города Херсона, приглашаем вас на праздничный концерт, который состоится 7 марта в 11:00 в Дворце молодежи, бывший ДКТ. Приходите, вы услышите самые теплые слова от мужчин города Херсона. Всегда ваш Павел Семененко.